Друзья, приветствую всех на канале Волквар Геймс, это военные игры с Волком. Сегодня, друзья, в программе «Мир оружия» у нас третий выпуск, который посвящен бонусным моделям этой игры, имеющим американское происхождение. Дело в том, что в связи с празднованием 4 июля, в США это День независимости, разработчики игры все модели американского происхождения сделали доступными, в том числе и модели, которые покупаются за деньги. Значит, два предыдущих выпуска у нас были посвящены мотоциклу Капитан Америка и автомобилю DeLorean DMS-12, автомобиль из фильма знаменитого трилогии «Назад в будущее». И доступны еще две модели, которые мы не разбирали. Это F-4U, палубный истребитель американский, Корсар, и автомобиль Хамви, Хаммер, знаменитый армейский внедорожник. Сегодня будем разбирать истребитель. Давайте к нему перейдем. Вот его внешний вид данного самолета. Справочка у нас, есть справочка на русском языке. Итак, Chancewood F-4U Корсар. Одноместный палубный истребитель времен Второй мировой войны, спроектирован, строился фирмой Chancewood. История создания. В 1938 году военно-морские силы США объявили конкурс на палубный истребитель нового поколения, победу в котором одержала фирма Chancewood. С фирмой был заключен договор на постройку прототипа нового самолета в июне 1938 года. Сконструировано сильно изогнутое складывающееся крыло типа «Обратная чайка». Основные стойки убирающегося шасси были расположены вместе излома крыла. 29 июня 1940 года летчик Лайман Бьюльярд совершил пробный полет. На «Корсаре» впервые в авиастроении США была применена точечная электросварка. 3 июня 1941 года военно-морские силы подписали с фирмой контракт на поставку 580 самолетов этого типа. Но результаты палубных испытаний оказались неудовлетворительными. Командование флота признало «Корсар» непригодным для использования в качестве палубного истребителя. В результате пришлось изменять конструкцию шасси и поднять кабину пилота для улучшения обзора. Первая боевая эскадрилья ВМС США FV-12 была сформирована в октябре 1942 года. Эти истребители стали выпускаться компанией Брюстер под обозначением F3A1, компанией Goodyear под обозначением FG1. У последней модификации крыло не было складывающимся. Корсары дебютировали в бою в феврале 1943 года на острове Гуадалканал в составе эскадрильи морской пехоты ВМФ-124. Первые боевые вылеты были совершены 14 февраля на сопровождении бомбардировщиков Б-24, оказались неудачными. Корсары одержали одну воздушную победу в результате столкновения с японским истребителем при потере двух своих самолетов. Несмотря на неудачный дебют, за два месяца боев эскадрилья сбила 68 японских самолетов, потеряв 11 своих. Корсары приняли участие во всех крупных операциях на Тихом океане с середины 43 года, в частности, в боевых действиях на Гуадалканале, боях за Соломоновы острова, рейдах на Рабао, сражениях в заливе Лейте, освобождении Филиппин, сражениях за остров Окинава и заключительных налетах на Японию. Высокие характеристики, прекрасная боевая живучесть, мощное вооружение обусловили рекордное для ВМС США соотношение сбитых потерянных самолетов. В последний год войны соотношение побед и потерь составляло 12 к 1. В боях с японскими истребителями А-6М, 7 к 1 в боях с КИ-84, 13 к 1 в боях с Н-1КГ и 3 к 1 в боях с G-2M. Стоит заметить, что к началу активного боевого применения корсаров американцами и японцы уже потеряли практически всех опытных пилотов и асов, а японская промышленность не могла обеспечить качественными самолетами армии и флот, что, впрочем, не умаляет выдающихся летно-технических характеристик данного самолета. За войну эти самолеты совершили 64 051 боевой вылет, сбив 2140 самолетов противника и сбросив 15 621 тонну бомб. Потери составили 1624 самолета, в том числе в воздушных боях 189, от зенитного огня 349, потери в боевых миссиях 230, небоевые потери в воздухе 692, то есть аварии, столкновения и прочее, и потери на земле на авианосцах 164 машины.
Самолеты первой серии выпущены 758 штук, после чего последовал целый ряд различных модификаций, завершившихся к 51 году. Всего было выпущено около 12 500 самолетов. Самолет является собой пример рекордного долголетия. Он серийно выпускался в течение 11 лет, состоял на вооружении двух десятков стран, причем в Сальвадоре, Никарагуа и Аргентине его сняли с вооружения только в начале 70-х. Корсар показался неплохим штурмовиком, брал на набор две 454-килограммовые бомбы или напалмовые баки такой же массы и 8 127-миллиметровых ракет. В ходе боев на Окинаве он был основным самолетом непосредственной поддержки наземных войск. После Второй мировой войны активно использовался в ВМС и корпусом морской пехоты в войне в Корее. Вот такой вот интересный у нас самолет сегодня. Давайте сейчас посмотрим на него поближе. Было бы интересно, конечно, если параллельно с серией оружия была запущена серия с различной техникой. Но имеем то, что имеем. Так, значит, первая операция у нас снимается... В общем, оплетка двигателя, да, наверное, как это, капот называется. Вот, интересные звуки, а раньше в игре такие не встречались. Так, ну да, полностью, видите, открывается у нас двигатель, доступ к двигателю. Так. Так, ну да, полностью, видите, со всех сторон, снизу, сверху открыли доступ к нему. Дальше начинается у нас кабина пилота. Так. Такой крышки отсека, куда шасси складывается, это антенна самолета, фонарь кабины. Так, сразу панель приборов туда же ушла. Ну, остается так, это кресло пилота и бронеспинка. Вот. Неполная разборка завершена. Сейчас мы должны будем собрать самолет. Ну, скелет нам, по сути, остался самолета. Вот так оно выглядит, если снять обшивку. Так, ну давайте, наверное, бронеспинку на место. Кстати, бронеспинка, по утверждениям наших летчиков, спасла довольно-таки много жизней пилотов. Так. Закрываем фонарь. Антенну натягиваем. Так. Сейчас, момент. Закрываем обратно. Двигатель со всех сторон. Так, и осталось нам крыло закрыть. И на этом у нас неполная разборка, сборка завершена. Так, и две детали у нас еще.
Ага, все. Вижу. Так, есть. Самолет у нас собран. Сейчас мы его полностью теперь разбросаем. Состоит у нас из... Скольки там деталей, не посмотрел. 716 деталей самолет составляет. Вот сейчас будем разбирать его. Так, начинаем с этого, да? Есть, разошлись. Так, ну вот поэтапно снимаем все это дело, да? Ага. Подожди. Ага. Так. Давайте антенну снимем. Самолет попроще, я думаю, чем автомобиль будет разобрать. Мне так кажется. Так, теперь снизу у нас тут что мы забыли. Так. 645 еще деталей, да? Так, крышки отсека, куда складывается у нас шасси самолета. С одной стороны, с другой. Есть. Так. Вот это что-то не хотят, у нас упорствует. Так. Подожди, ты меня перекрываешь, я не вижу. Фонарь. Так, давайте фонарь. Так, здесь все сняли. Это уже не отделяется? Нет, это не отделяется. Так. Так, с чего разбирать крыло начинать? Где тут такой ключевой элемент, после которого все должно развалиться? Что-то я такого не вижу. А, вот еще задние, да. Угу. Так, еще 574 детали у нас, кстати. Так, ну ладно, давайте бронеспинка. Или кресло сначала. Сначала кресло. Так, кресло у нас далее разбирается? Нет? Нет, не разбирается. Есть, отошла бронеспинка у нас. Так, 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 так. А что ж у нас? Крыло-то никак. Или что, мы здесь еще должны будем доделать? Чувствую, придется подсказками пользоваться. Насчет крыла у меня вариантов нет, я не понимаю, почему не разбирается. Так, ну а шасси? Тоже нет, да? Ладно. Так, закрылки. Нет, не хотят. Так, это что такое? О, так. Ну, это управление, да, я так понял? Может, сейчас? Нет, тоже не хочет. Ага, выдернули, в общем, систему. Там масляные, видимо, шланги, да? В котором масло идет. Так, третья система.
Это нервные, в общем, нити самолета, можно сказать. Так, вот мы, кстати, можем выдернуть колесо заднее. Оно сразу все автоматически раскладывается на большое количество деталей. Так. Еще одна. Ну, это тяги, в общем, приводы, которые отвечают за то, чтобы самолет слушался рулей. В общем, закрылки, элероны, все работало. Так. Что-то я здесь потерялся, не пойму я, что мне дальше делать. В общем, крылья упрямятся. Ладно, давайте подсказочку возьмем. Это что такое? Уже двигатель можно ломать. Карбюратор. Так, ну вот уже начали двигатель сам. О, сколько всего отскочило. 470 деталей еще надо найти. Так. Гидравлический. Ну, короче. Так. Масляный бак. Да, вот его если пробивали в лицо пилоту. Но здесь закрытая кабина. Вот если открыта, да и вообще как бы все равно кабину оно забьет тогда. Если пуля пробивает этот масляный бак, масло начинает под давлением выливаться в лицо летчику. Вот, он теряет обзор. Оно так же и загореться может. Так, ладно, это я понял. А куда мне дальше-то деваться? Что мне? Карбюратор, нет. А, вот что это такое, ну-ка. А, еще одна система вышла. Так, ладно, подсказочка. Так. О, есть, отошел у нас. Двигатель полностью сняли. Так. Ага, винт. Лопасти нет? Лопасти не хотят. Так, ну вот сам двигатель. Но он у нас не разборный, естественно, иначе тут в нем самом детали, наверное, не меньше, чем в самолете, ну по числу именно. Так, ну вот, кстати, и шасси у нас отходит. Ну как оно разбирается? Ого. Так, и таким образом у нас 381 деталь остается. Повторяем все то же самое со вторым шасси. Так, и остается у нас 325, да? Так. Ну что, с крыльев-то обшивка не снимается, я понять не могу. Так, вот. Киль. Угу. Готово. Так. Разошлось. Так. Так, так, так. Ага, так, все оборудование сейчас кабины пилота. Ушло. Сам он тут ничего не разборное, в общем, ладно. Так, дальше что у нас еще остается? Аккумулятор. Так, это педали. Оксиген. Это тот самый кислородный баллон. Если я правильно понимаю. Так, это передняя ну, в общем, бронированная пластинка. Топливный бак. Да.
Да, лететь на бочке фактически с горючим. Гидравлическая система. Так, а что у нас такое? Так, вышло. Кокпит. Black Paneling. Ага, вот, все. Пилотская кабина полностью извлечена из каркаса. Так, давайте подсказочку. Здесь то же самое, да? Есть такое. А, ну вот, крыло наконец отходит. Вот, и панели у нас рассыпаются, крыла, да? Да. Остаются у нас и снизу же тоже, по идее. Ты смотри, все равно упорно, да? Не пойму я. Так, есть закрылки пошли. А с этой стороны? Давайте подсказку. Да я понял, я на том крыле бы то же самое повторил. Так. Так, это на что? Ага, ну это... Здесь пулеметы в крыльях стоят. Это патронные коробки к пулемету. А это у нас, да, подаватели. А извлекать как? Так. Ух ты, блин. Так. Давайте вернемся на это крыло. Давай подсказка. Стволы вынули. Ага, вот. Теперь пулеметы вытаскиваемся. Браунинги. Так, возвращаемся к этому крылу. Ну что еще в крыле-то осталось? Это что было? Пилот, то Б, непонятно. Так, разошлись. Сняли кожухи стволов. Так, пулеметы. Три штуки. Так, а здесь я вот забыл эти, да, тоже снять. Или нет, или их здесь и не было. Так, а вот это вот, что это за система? Консоль. Так, еще 103 детали, да? Так. Есть. Однако еще 70.
Это пилоны для подвески бомб. Так, 52, да? Ну, где мне их еще искать? Так, и здесь то же самое. 32 осталось. Так, это что такое у нас? Радиоблок, модулятор, радиостанция, короче. 23. 22. Давайте сейчас посмотрим хоть на сам самолет. О-хо-хо-хо-хо, да. Вот это да. И вот это все летает, собранное в одно целое. С ума сойти. Ну-ка, что еще тут рассыпается на составные части из этого? Да, бак для масла не сняли же. Вот он снят теперь. Так, здесь у нас не разделяется, нет? Нет, не разделяется. Все. Вот, полностью разобранный самолет. Теперь давайте из этого всего мы соберем работающий образец. Блин, с ума сойти. Вот это вот самолет, Корсар. Так, за что мне тут схватиться? За какую вещь? Давайте. Так, на место встала. Ну, скелет, в общем, сейчас пытаемся соединить. Так. Состыковать между собой. Не туда щелкну. Хотел киль. А он не ставится. Так. Блин. Теряешься тут. Так, 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 так. Куда мне обратить внимание? Нет. Это к двигателю. Может двигатель собрать пока? Мне забивает тут все изображение. Так. Винт готов, да? Вот. Сейчас так, может, чуть полегче будет. Так. Бак. Погоди, погоди, куда ты? Так, крылья, крылья, крылья. Повторяем здесь то же самое. Так, 72 детали у нас соединены на данный момент. Так, топливный бак. Закладываем самолет. Так. Нет, 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 это внешняя обшивка. Так, куда мне сейчас двинуться?
Так. О, состыковали. Уже хвост более-менее есть. Надеваем. Рули. Так, это высоты, да, наверное, высоты. Так, вертикальный, горизонтальный. Так, есть. Так, а с этой стороны где вы тут? Вот они. Отлично. Так. О, за концовку сделали. Собираем хвостовое шасси, уже можно сделать. Модельки самолета интересно так собирать. Так. Так, ну. Чуть понятнее, конечно, но еще очень далеко от. Так, о. Есть. Это еще рано, да, закладывать. А крылья ничего не стыкуем, нет? Так. Так, что там дальше-то? Так, ну-ка, это что было? А, вот, ну-ка. Давайте сюда что. Педали поставили. Так, радиостанции, по-моему, нет? Нет, рано радиостанцию. Ну, это понятно, рано все. Так, давайте подсказочку. Так, это что у нас? А, все, я понял. Крылья тоже рано. Так, и внизу там какая-то такая же. Так, бронеспинка. Прикрепили. Так, двигатель еще нет. Это антенны, да, я так понимаю. Так, где там пол кабины-то был? Куда-то он улетел. И радиостанция, по-моему, вот они. Нет, тоже не хочет. Давай дальше. А, вот, вот, вот. Набивается радиостанция сначала, да? Потом пол пилотской, ну вообще кабины. Пилота полностью выстраивается. Есть. Со всех сторон уже сделали. Аккумулятор поставили. Кислород. Так. Ага. Вот, это уже сделано. Так. Фонарь можно поставить. Что, и кресло тоже? Так, ну хоть это рановато откровенно, но... Ладно. Так, а что дальше? Так, есть. Дальше. Это что такое? Ага, вижу. Так... Так, 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 так. А, во, так. Пока нет.
Шасси собрать. Давайте. Триста сорок деталей. Отлично. А, уже и поставить их можем. Ну-ка, давайте поставим. Так. Нет, нет. Так, ну-ка, давайте посмотрим на наш самолет. Ну вот, свою форму он уже, в принципе, в какой-то степени обретает. Есть. Так, то же самое надо повторить тут. Да погоди ты. Что же, обшивка уже пошла, что ли? Дальше. Так. Пилоны ставим. С подвеска бомб на них осуществляется. Так. О. Так. Не пора крылья-то еще крепить, нет? Пока не хочет, да? Так, давайте подсказочку. Так, крылья, да? Ох-ох-ох-ох-ох, сложно это. Так, а это он в таком же виде? Нет, не в таком же. Пулеметы. Ну это мы собрали, я понял. Ага, патронные коробки вложили. Ну а здесь тоже, что ли, можно уже пулеметы поставить? Есть. Так, коробки где у нас? Патронные, вот они. Готово. Так. Давайте. Отлично. Так, ну с этой стороны то же самое. Так. Почему-то это не ставится, я не понимаю. А, вот этого не хватает. Вот, точно. Так. Есть. Ну, наконец-то.
А вот теперь на этом короле у нас что-то не хватает, чтобы поставить, да? Чего-то здесь не хватает. Так. Вот, чего не хватало. Есть, сомкнули. Так, уже получше, да? Так, 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 так. Угу. Так, а теперь вот эту всю систему можно уже ложить или нет еще? Провода. Нет, это все что-то не ставится пока что. А, двигатель уже стыкуется. Есть. Так, ну теперь, наверное, может полегче пойдет. Так. Вот. Нервная сеть самолета. Вот. Так, еще вот эти. Вот уже и закрывать начали. Даже антенну натянули. Так. Протянули. Так. Куда это все распихать? Подсказку. Так, закрыли. Вот. Есть. Так. Так, теперь ты вот это есть, отлично, да. Закроем. Топливный бак закрыли мы. Да ну, все что ли? О, собрали. Отлично. Самолет собран. И осталось нам посмотреть функционирование. Непонятно, что под этим подразумевается. Может, из пулемета здесь дадут пострелять? Да, здесь много чего можно сделать. Так, ну, первым делом завести можно. Так, завести и в рентгене это посмотреть. Замедление, если полное. Ага, 50 крат. 10 крат. 2 крата. Выключить. Так, ладно, заглушить. А, так, разрез. А, ну это вот без обшивки. Понятно, ладно, понял. Так, подвесить бомбы, да?
Ну вот, две точки подвески бомб. Еще можно ракеты подвесить. Вот. Такой вот у нас вооруженный. Ланч ракет выстрелить. Ракеты. Больше звук из Звездных войн какой-то. Так, флапс. Закрылки, да, выпустить? Так, элероны. Поднять. Опустить. Так. Рулями поработать. Высоты. Управление. Так, джир. Что такое джир? Ага. Вот у нас в полете. Так, фаер... А, сейчас из пулемета постреляем. Так, кстати говоря, в рентгены пулеметы видны. Ну, так себе, конечно. Не особо. Если кликнуть спрятать, ну-ка... Где тут у нас пулеметы? Вот они находятся. Пулеметы в крыльях. Да блин, дай мне навестись-то, дай на тебе. Так, вот они. Вот так вот это у нас выглядит. Так. Цвета. Черный цвет. Вот такой вот канадский. Военно-воздушные, военно-морские силы. Так, и что мы как кокпит можем закрыть и открыть, да? Так. Хокдаун. Что такое хокдаун? Нужно вернуть, наверное, вот это, да? Режим посадки. Хокдаун. А, понятно. Крюк, аэрофинишер, в общем. Так, и folding wings. Сложить крылья. Так. А сбросить бомбы почему я не могу? Почему я не могу сбросить бомбы? О, полетели. Так, и крылья-то сложить. Крылья вот таким образом у нас складываются. Так, и танкс. Танкс, танкс. А что, в смысле танкс? Топливный бак, что-то с ними сделать надо. Так, танкс, этот тоже... А, вот, есть опция танкс. Вот. А, все, зажигательные баки. Понял, с напалмом, короче. Ну вот, все, друзья, полностью рассмотрели мою модельку. Самолета F4U Corsair. Было бы интересно, конечно, посмотреть на много таких моделей, но... Игра специализируется на стрелковке, а это такие чисто вот действительно бонусы. Не, возможно, как-то они побочно это делали. Так, все, друзья, это был Корсар. Да, еще мы можем посмотреть картинки с ним. Ну-ка. Что нам тут интересного? О, много картинок. Так, ну вот полностью разобранный. Музейный образец, чертежи.
Да, запоминающийся такой самолет, конечно, ничего не скажешь. Так, и обои на него есть. Можно скачать обои. Так, все, друзья. А, подождите, демонстрацию хотел. Демо-хардкор. Во, сейчас красиво будет. Если я тыкался туда-сюда, то сейчас программа разберет его как положено. Вот, полностью разобранный самолет. Сейчас он его соберет в действующий образец. Ну, вот так вот, видите, как надо. По алгоритму. Так, все, друзья, на этом мы заканчиваем. Остается из бонусных моделей нам только Hummer разобрать. Вот, и все, после этого мы опять возвращаемся к нашей любимой стрелковке. Все, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. По ссылочкам в описании можно поддержать канал рублем. С вами был Волк, всем спасибо за просмотр и всем, друзья, пока, до следующих встреч в этой замечательной игре. Всем пока.